Şahs! Da. Assalamu alaikum Süleyman. Ve aleyküm selam Hacı Murat. Dik çok kazan bakıp prikot işleriz. Kalk krasnik kavga duyuyor. Süleyman zahşıyor. Ben de yok ya. Zahade Hacı Murat. Zahade sen ya abi de o. Davayın patron mu? Bakın kav. Ço Hacı Murat ne bu? Ço de bu? Ya tozu gördü bu Süleyman. Tibe ne bir adamlı duma zaydu. Надо, надо, как раз я хитал, готовлю сейчас за хитал, посмотрю, посуду тоже помой. Давай, давай, как раз это, да. Надо посуду помой, здесь вода идет, посуду помой. Слушай, посуду, слушай, ты сам помоешь, я положу, пока хитал тоже приготовлю, ничего страшного. Ты молодой, говорю, западло, что ли, посуду помой? Ну, где ты видел, что госпосуду мою? Давай, какая разница, ты здесь каждый приходишь. Помой, западло, что ли, помой? Я пойду, ты сам тоже посуду помой, я помою, его хитал тоже не нужно. Слушай, Хаджи Мурат, я в последнее время что-то вижу, ты зазвездился здесь. Да, я уже зазвездился, уже давно. Слушай, говорю, посуду помой, потом иди куда хочешь. Слушай, ты где видел, что на Кавказе гость посуду мыл? Давай, ты посуду сушишь. Слушай, да, ты походу зазвездился, брат, я тебе говорю. Ну, я давно зазвездился, ты не видел, что ли? Эй, ты пришел сюда, правильно? Я понял, что ты по вкусу хикала пришел. Ну посуду же надо было помыть. Ты где видел, что на Кавказе? Тебя западло, что ли, эту посуду? Ты где видел, что на Кавказе гость посуду мыл? Я всегда вижу, все моют. Да, братская нет, что ли, у тебя? Слушай, а? Я завтра... Говори, говори, посуду. Я завтра зайду, короче. Давай тебе здоровье. Хорошо, я понял, что за человек ты. Хорошо, понял. Давай. Да. Давай. Ты просто это не по-мужски делаешь сейчас. Что, давай, выключи. Ya pasti.